полезен. Достанем. Ить. Здесь у нас ремешок и больше ничего. Ну, вернее, не ремешок, а браслет. Куча всяких. Короче, браслет будет тяжелее Amazfit Bip первой версии. Все запечатано. Все нормально сделано. Единственное, что чтобы поставить его, нам нужны будут ушки. Ушек, я так понимаю, в комплекте не дают. Так, весь мусор надо собрать с собой. Что-то мне не очень нравится вот это вот. Загибается и цепляется. Ну, тут еще можно отрегулировать. Правда, по-моему, немного подмято. Текс. Весь целлофан убираем. Ну, внешне смотрится пока нормально. Я не знаю, как будет затираться до меди или нет. Все это покажется со временем, но... Ну, а так, в общем-то, 40 грамм. Как-то так. Он уже он кривой весь какой-то. Косит его. Он уже облазить начал, что ли? Или это целлофанка? Непонятно. Стремное качество какое-то. Раньше делали получше. Ну ладно, проверим теперь, двадцатка ли это. Да, это двадцатка, можно заказывать. Этот, наверное, был понадежнее агрегат. Тут я уже растачивал. Так. Ну и, соответственно, здесь тоже нужно будет убрать. И поставить этот. Так. Усики наковыряли. Не знаю, что их называют усиками, но тем не менее. Сейчас, если хотя бы один улетит, то все. Зря мы тут затеялись. Так, у нас открывается. Да, все правильно. Ставим, так будет удобнее. Если что, можно будет поменять уже дома. Так, с одной стороны он застегнулся. Так, с другой стороны. А, стоп, я его не вымерил по руке. Сейчас переделывать его нечем будет. И что делать? Ехать только домой. Либо на работу. Ну, в общем, как-то так. Это теперь выглядит. Посмотрим, насколько его хватит. Как быстро это все затрется с работой совсем. На руке, конечно, сильно болтается. Укорачивать и укорачивать.